Привет, друзья! Снова с вами я, Парвин Гейдаров. И сегодня хочу поговорить с вами о чеченцах. Чеченцы немногочисленная нация, но их очень уважают везде и везде во всем мире их знают. Их всегда уважали даже враги. Может быть, кто-то их не любил, но все их уважали. Чеченцев называют гордым нацией. Я с этим не согласен, потому что гордость для меня это равно к высокомерию. Чеченцы это мусульмане. Мусульманин не должен быть гордым и высокомерным. Это грех по законам ислама, грех перед Аллахом. А почему чеченцев никто не смогут покорять? Почему чеченцы такие сильные духом? Почему они такие смелые? В чем секрет их смелости? Я думаю, что причин много, но основные это три причины. Первая причина это ислам. По законам ислама человек должен подчиняться только к Богу. Человек должен быть рабом только Бога. У человека не может быть другой хозяин, кроме Бога. И чеченцы, думаю, это осознали и это поняли и это используют по своей жизни. Поэтому они такие смелые. Второй пункт. Нохчалла. Очень немногие нации есть, которые, что у них есть книга этического кодекса. И этих один из немногочисленных наций – чеченцы. У чеченцев есть кодекс этического поведения Нохчалла. Там написано, что должен сделать чеченец, а что не должен сделать. А третий пункт – история. У чеченцев была свободная нация. У чеченцев никогда не было царей, королей, ханов, шахов, падишахов. И они жили свободно. Они знали дух свободы. И поэтому их нельзя покорять. Пока, благодарю вам, до новых встреч. Я уважаю всех наций и чеченцев тоже. Привет всем чеченцам. Пока.